Всем привет, меня зовут Марат Морик, я из города Новосибирска и для музея стрит-арт делаю работу, которую назвал «Так же или лучше». Работа о будущем, тема, в принципе, не очень мне близка, потому что я не очень люблю загадывать, что будет завтра и там, много-много лет вперед, но постарался все-таки пофантазировать. Вообще, я достаточно оптимистично смотрю на наше будущее. В принципе, я считаю, думаю, что нынешние технологии нам позволят по-настоящему экономить ресурсы, помогать нам больше саморазвиваться, нежели там, кипеть в каких-то бытовых вопросах. Вот. И, в принципе, мне кажется, все не так страшно. Конечно, будут войны, никуда без этого не деться, будут какие-то конфликты, это всегда происходило и будет происходить, потому что природа человека не поменять. Что-то кардинальное, каких-то перемен не будет. Просто я считаю, что все будет немножечко чище, немножечко зеленее и позитивнее. Надеюсь, что я не ошибусь.